Проблемы с оказанием медицинской помощи в нашем регионе возникают достаточно часто. Почти половина социальных жалоб, которые поступают к уполномоченному по правам человека, касаются именно этого вопроса. В основном у жителей области возникают сложности со льготным лекарственным обеспечением. Часто люди не получают полноценное питание в стационарах, а также сталкиваются с грубостью со стороны врачей и медперсонала. Всего за 11 месяцев к уполномоченному по правам человека в регионе поступило более 1500 обращений. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 30% жалоб касаются работы правоохранительных органов. Много недовольных среди жителей региона сферой ЖКХ, работа управляющих компаний, капремонт, снос ветхого и аварийного жилья. Вот лишь неполный перечень проблемных направлений. Отдельная тема – некачественное жилье для детей-сирот. В новых квартирах часто выявляют множество недостатков. На рассмотрение уполномоченного сейчас находится несколько таких дел. Мы получали, так сказать, жалобы, значит, из Хомутова, и буквально вот вчера у меня еще, так сказать, жалоба появилась опять из Хомутова, хотя мне, значит, рапортовали, значит, органы исполнительной власти и правительство, что меры, так сказать, там по исправлению положения, так сказать, приняты. Есть отдельные, так сказать, жалобы, по ним, так сказать, удавалось, так сказать, решить, когда, значит, ребенку, так сказать, из числа детей-сирот, значит, представили жилье, вообще тоже непригодное, так сказать, для проживания. Мы, значит, вмешивались в это, отменяли этот цитат.